Скажите, пожалуйста, ваше мнение о перспективах этого места. Место однозначно очень перспективное. И уверен, что в ближайшие годы мы увидим уже какой-то курорт в новом виде, устроенный, цивилизованный, но с сохранением всей этой уникальности. Ну, у Кондуков есть шансы конкурировать со Швейцарией. Если здесь будут отели, если здесь будут коммуникации, то, конечно, это случится. Ну, с учетом того, что удачное расположение Кондуков, что он недалеко от столицы нашей родины России, Москвы, в Тульской области достаточно хорошо автомобильная дорога, качество дороги хорошее, поэтому, соответственно, которая доступна очень высокая, конечно, популярность крови и Ну, скажите, пожалуйста, о качестве воды. Вода необыкновенно зеленого цвета, вероятно, тут какие-то соли. Пробы воды из всех водоемов мы отбирали, соответственно, проверяли воду на безопасность. Вода безопасна, но про конкретное содержание вам сейчас, конечно же, не скажу. А скажите, пожалуйста, про прочность грунтов, ведь это грунты же насыпные. И есть возможность осыпания грунта. Ну, мы в некоторых местах видим, сползание. Скажите, пожалуйста, кондуки развиваются по какому-то определенному плану? Существует какой-то генеральный план? Конечно, разрабатывая концепция, в соответствии с которой будут развиваться кондуки. А кто разрабатывает концепцию?